смотри, у меня вообще совсем по-другому складывалось с модой всю жизнь. Вот папа мне однажды купил клёши. Представь себе, 90-е, клёши. Первый в Белгороде. Ты в клёшах? Представь себе, представь. И я а такая, ну, я счастлива. Вот, смотри. Смотри, ну, послушай, подожди, это еще не самый смех. Значит, я счастливая, все, клёши, я пойду в лицей, в клёшах, просто все умрут. Я ухожу на уроки, возвращаюсь с уроков, прихожу и захожу, и первое, что я слышу, слышу звук, как работает бабушкина швейная машинка Тула. Я понимаю, что-то не так, я захожу. Бабушка говорит: Наташенька, смотри, я тебе бедра расшила, чтобы не жали, и к низу сузила, чтобы ты не спотыкалась. Ты понял? Забота — это не модно. Кстати, Наташа сказала, вспомнила про клёш. Сейчас большая мода, тренд 18-го года — это всё-таки клёш. Мода возвращается, понимаете? Покупайте, шейте клёш, а тебе вообще будет супер. Ты будешь как это, бременский музыкант. Бе-бе-бе-бе-бе. Бе-бе-бе-бе.